Привет! Иду в свою художественную мастерскую. Сейчас работала за компьютером все это время, футбол не смотрела, времени не было. Но узнала, что кто там играл, Украина, с кем, с Румынией. Румыны победили 3-0. Но это что-то неожиданное, да, какая-то сенсация футбольная. Так что сейчас следующая сенсация идет. Я посмотрела, там счет. Бельгийцы играют с Словакией. И тоже 1-0 стоит счет. Словакия, там румынов, не румынов, бельгиев, бельгийцев. Я даже включила, посмотрела. И такое ощущение, что Словак и Словакия больше стараются как-то, да, активнее, чем Бельгия. Ну, я потом выключила. А вот сейчас играет 55-я минута сейчас, но мне нужно своими делами заниматься. Некогда смотреть, я потом в повторе посмотрю. Ну, что-то вообще необычное. Вчера тоже было. То есть Восточная Европа, футбол поднялся, но вообще, кто бы мог подумать, фавориты. И мне это радостно, потому что, ну, я всегда люблю такие истории, когда неожиданно кто-то побеждает, когда никто ни об этом не думал, не гадал. Ну, супер вообще. Классно. Пусть победит сильнейший, правильно? Так, иду сейчас. А, мне еще нужно зайти фотографии распечатать для моего коллекционера. Сейчас распечатаю фотографии, а потом в свою художественную мастерскую запечатывать картину, запаковывать тоже моему другому любителю музыки. Я ему картину подарила, и вот хочу сейчас в раму оформить. И пришли открытки, вот, которые он хотел, я вам показывала. Тоже надо будет фотографии, видео поделать сейчас. Сейчас зайду в Росман. Что-то тут ничего не происходит. Пошла дальше. Народ сидит, отдыхает. Панки. Редко видно сейчас. Раньше, когда я приехала в Берлин, столько панков было. Везде были. Вон сейчас видно тоже. Первый раз вижу за много лет. Чтобы сидели, куда-то все исчезли. Я даже с некоторыми общалась здесь, а они говорят, не могут тут, ну это когда было много-много лет назад, с панками, с ирокезами, они говорят, не могут тут больше жить в центре, потому что очень все дорого, цены на жилье очень дорогое в Берлине стало. А у меня также, я когда приехала сюда, вот в этот район, у меня квартира в 2 или в 3 раза подорожала. Представьте, та же самая квартира в 2 или в 3 раза. Ничего там не изменилось, никакого ремонта не было, ничего. Вот как была квартира, так и есть. Только цена на нее выросла в 2-3 раза. Вот так вот. Все, идем дальше. Сейчас я распечатаю. Я потом, может, прямую трансляцию со своей художественной мастерской. Ну, если интернет будет, как вы знаете. Интернет. Сбои идут. То нормально, то нет. Ой, пахнет какими-то булочками. Вот тут пекарня. Гриль. Крыша снос. Да, хорошо, что булочками пахнет, а не чем другим, но... Тут сразу запекают эти круассаны. И раньше тут и покупала и кофе, и круассаны, и всякие булочки. И тут в кафешке сидели. Сейчас никуда. После короны все только дома. Все, пошла я дальше. Давайте вечером попозже еще выйду.